Вываливаюсь из метро, район знаменитый Кройсбург. Тут всякие тусовки, молодежь, ла-ла-ла. Не знаю, насколько хватит мне тут протусить. Сегодня уже устал, завтра утром еду в одно интересное место очень рано. Но посмотрю хотя бы одним глазком. Это еще Кройсберг, но уже граница района, блин, забыл, как он называется, чертова дери. Бергман Кидс, вот. Но здесь такая движуха, уже не такая немножко, как в центре, но движуха. Черт, я нашел его, этот обычный, преобычный супермаркет, где можно купить обычных продуктов. Вернее, это похоже на мини-маркет. Ну, сейчас посмотрим. Тут похоже... А, ну да. Rest Market. Ну да, здесь уже цены более-менее нормальные. Сыры. Нутелла. Ну, короче, нормальный магазин с нормальными ценами. Сосиски. Коробка 3 евро. Нарезка ему колбасная за 1 евро, 70 рублей, да? Ну, хлеб, вот какие-то лепешки, только, я так понимаю, турецкий магазин, много турецких товаров. Цен не вижу. Крупы какие-то, мясо все раскупили. Сладости. Вот молоко, не знаю, натуральное, нет, но самое дешевое евро стоит. Вот сыры всякие, куча всяких, не знаю, тоже качество какое, нормальное или нет. Ну вот я нашел обычные нормальные магазины, все, нормальные цены. А за 8 евро я купил большую пачку сосисок, большой кусок сыра, хлеб, кетчуп и еще энергетик. В чем прикол? В таком огромном городе сейчас я еду на встречу с другом, который прямо из моего города, из маленького Воскресенска в Берлине. Бывает же такое. Тесен мир, тесен. Подъезжаем, где-то здесь он меня должен ждать. Так, ищем. Глазками. Так, я его вижу, спрячемся. Олег, не хочешь в мой блог попасть? Привет. Ну расскажи впечатления твои первые. От Берлина? Да. Вообще колоссальные. Если ехать от аэропорта на электричке, я просто обалдел, какие у них станции. И это не наш казанский вокзал. И, ну, честно, я, конечно, ну, обалденный. Город классный, только грязный, я вам сразу говорю. Много арабов, негров там, и т.д. и т.п. И очень грязно. На каждом сантиметре, наверное, по бучку валяются. Как вот они пьют, они сразу здесь все это кидают. Если они вытирают салфеткой, они кидают это на пол. Это вот я честно все это здесь видел. Да, да. Но это красоты есть Берлина никак не отменяет. Город очень красивый, обалденная архитектура. Да. Просто супер, просто. Я очень рад, что сюда попал, честно. А я тебе тоже. Как? Блин, слушай, ну это он на самом деле реально, мне очень всегда он моментами напоминает Москву, моментами Питер. Ну да, есть такое. Да, есть такое, да. Встретились мы с Олегом, сели тут на лавочке. Это здесь такой парк. Кстати, от места, где я снимаю жилье, здесь минут 20 ходьбы. Здесь такой парк. И просто народ спокойно ходит здесь и предлагает наркотики. Тип сейчас ушел такой, подошел, пс-пс. Пришлось вежливо отказаться. Сегодня третий день, по-моему. Да и обалденно вообще, конечно. Но вот всегда все интересно. Только грязно, я вот убедился, что не знаю, как насчет остальной Германии, но если ты заметил, Берлин очень грязный город, блядь. Да, да, грязный. Очень много бомжей, на каждом квадратном метре по сотне, наверное, бычков, то есть кидаются бутылки, вытираются носы, все эти платки кидаются, это просто караул. У меня даже, мне кажется, на Цимгиганте нет такой грязи, как здесь в Берлине.
Я думаю, что это все с арабами связано, потому что тут каждый, наверное, уже второй араб. Я не знаю, как они тут живут с ними, но это, конечно, ненормально, я считаю. А так, очень красивый город, короче. Сегодня были где мы? У Бранденбургских ворот, на Александерплац. Обалденный город, вообще красивый. Я весь Инстаграм уже заспамил своими фотками. Ты, наверное, видел уже. Ну, блин, вообще офигенно, классно. Если честно, я бы, наверное, даже переехал сюда жить, если бы не было возможности. Скорее всего. Ну, и здесь еще много турок. Турок. Здесь турки, целый огромный тут, турецкий, да, район. И они такие маленькие магазинчики, практически все маленькие магазинчики, и их держат здесь. Да, да, да. Именно да. Турки. То же самое, как у нас, я вам говорю, по магазинам ходил, те же самые шмотки. А, те же самые там нью-йоркеры, H&M, вот эти вот все, и манго, да, там, да, и т.д. и т.п. как бы. То есть, если вы хотите какую-то шмотку привезти человеку, но она будет чисто то, что она здесь куплена, а по качествам, я не знаю как. Все приезжие, все точки заняты ими. Все таксисты, они... А все хачи, все вот эти вот доноры, шаурма и так далее, все под ними. Везде одни арабы, турки, и там негры там, и так далее. Как бы. И один в один все то же самое, как у нас. Самое главное, кстати, с нами никто не хочет воевать. Не верьте, пожалуйста, Владимир Владимирович или кому там, с нами никто воевать не хочет.